Всех приветствую себя на канале. Сегодня у нас очередная работа на пасеке. Можно сказать, не особо запланированная. У меня есть подозрение, что в этой вот семейке матка пропала дня три назад. С облета не вернулась. Была погодка такая, и окраса там шерстил три улья. То здесь, в этой семье, утром наблюдалась суета пчел, ранним утром еще было холодно. Бегали по стене передней, по доске тут бегали, искали. Видно, матку не вернулась, она с облета, скорее всего. Редко такого мне было, наверное, за все время первый раз, что матка с облета не вернулась. Ну, погода была такая, немного ветреная, наверное, где-то порывами сдуло, может, далеко, да, она дорогу не нашла. А может, это птица где съела. Но факт в том, что я хотел сегодня эту семейку проверить на наличие расплода свежего. Там яйца есть, нету, уже должны, в принципе, быть. То, что неделю назад, даже больше, я эту семью перебирал. И оставалась матка молодая. Уже бы начала ложить, думаю, яйца, но так как сегодня у нас погода такая с тучами, ветреная, вон видно, тучи такие черные, ну еще дождя не было, я решил подсадить матку со вчерашнего роя. Матка это у нас позатого года, ей уже третий сезон пошел. Это я отобрал ее семьи вон с того дальнего белого улья вчера. Матка крупная, красивая. Если кто смотрел предыдущее видео, то там я пытался ее словить, но она куда-то слетела, но все-таки под конец вернулась уже, когда пчелы последние заходили, и я ее словил. И вот эту матку я решил сюда подсадить. Хотел-то не ее подсаживать, а в том году я покупал типа бахфаста маток, но они что-то непонятные, какие-то райливые, может даже и не бахфасты будут, то я хотел ту матку подсадить, она с того года молодая была, но уже плодная. Но такая ситуация произошла, за ночь в клеточке она приклеилась крыльями к меду. А сегодня я уже вот утром полез, она уже, можно сказать, кончалась, лапками передними немного подергала, да и пропала. Буквально не опоздал я на часик, чтобы, может, часик так спас бы ее. Ну, в той матке было крыло поврежденное. Она не летала. Ну и особо-то на бахфаст она не похожа была. Не знаю, что мне там за таких маток подогнали. Ну, не похожих на бахфаст. Бахфаст пчелы, они такие светлые. Вон там у меня семейка самая крайняя, видно, такой улей светло-салатовый, зеленый. То там бахфаст, так они светлые такие. И уже четвертый год матка сидит и не роятся. Хотя в этом году заложили на верхней планке мисочку, яйцо уже было. Но я оборвал. И после того прошло уже 2 месяца почти. Или сколько, в апрель, май. Не 2 месяца прошло, и они не роятся. Или хотели тихую смену провести, или да я помешал, или просто надставок наставил, так они роение прорвали свое. Там такие хорошие матки, что даже если маточники уже начала ложить, мисочки начали ложить, ставишь, расширяешь, и они уже не роятся. На тот год, я думаю, если перезимует, матка не пропадет, я бы есть этих маток хочу. Даже может еще в этом году выведу, попробую. О, только что шершень с улья вылез. Это мы дело отдельно просмотрим. Короче, от темы отошел. Закажу я, скорее всего, что с Китая этих сот под матку специальных, там колпачков всего, и с этой матки с бахфаста выведу маток. И если получится, сделаю там на зиму или отводки, или ну, как на зиму. Если получу весь товар через месяц, через полтора, то у нас будет уже сейчас май, июнь, июль.
Ну и все летом, можно сказать, можно сделать отводки будет на этих маток. Скорее всего, что займусь этим делом. То, что роиливые пчелы много времени отнимают. А если я сделаю маток с оттой, они там такие светлые, хорошие пчелки, думаю, что они будут роиливые такие. А сейчас мы займемся подсадкой матки. Я смотрю, скорее всего, что у них не было матки все-таки, что они бегали по стенке сильно. Вот уже стоит эта матка около часа, тут на литке лежит. Перестали они суетиться бегать и облепили клеточку и кормят ее там, облизывают клеточку всю. Я сейчас вот запихну под потолочную эту клеточку, приоткрою тут вот пластик этот. И они выгрызут, тут корм лежит, выгрызут корм и выпустят матку. Так что сейчас будем заниматься этим делом. А там посмотрим, если не выбросят на завтра, на утро или сегодня днем мертвую, значит приняли и матки не было. Ну а если выбросят, значит, что молодая матка была и она убила, или сами пчелы. Ну посмотрим, если примут, значит матки не было и мы поступили правильно. Ну а не примут, так ничего мы не лишаемся. Мне придется старую матку убивать. Я ее вчера маркером пометил, все взял. Сейчас я тихенько загоню этих пчелок. Ай, дымокур затух. А пчелы злые, чтоб без дыма их. Вот покажу я, такая матка тут ходит вот. Ну по неумению я ее метил, она бегала, суетилась, то немного и крылья обмазались. Ну таким красненьким пометил, он ходит, видно красное пятно, матка. О, матка крупная, красивая. Ну пчелы-то ее такие, немного злюковатые, но нормально. Вот смотрю, кормят, язычки тянут, значит все-таки с облета матка не вернулась. То, что после вот так она час полежала тут, они успокоились, перестали бегать по улью, по литку. Скорее всего, что матки здесь не было. Я сейчас схожу, все-таки дымар распалю, то, что придется улей под потолочный лезть. А сейчас погода такая ветреная, пасмурная, так обгрызнуть. То, что в том году эти пчелы добро давали тут.
распалил до морая, пошел. Пытаюсь вынять, пытаюсь потолочины вынять со стороны две, мне к надставке. Где? У меня тут разделительной решетки нету, что отделяет надставки от гнезда. Было бы можно в сами надставки поставить матку, но я хочу, чтобы она в гнездо сразу пошла. То есть, выйдя в надставку, да там и останется яйца ложить. А мне это не надо. Потом позже я сделаю сюда решетку, поставлю, когда буду мед забирать уже, чтобы 100 раз не делать одну эту операцию. И поставлю уже, когда решетку сюда, то это матка будет чисто внизу в гнезде ходить. Ладно, будем ложить матку саму сейчас. О, не хочу даже с клеточки утекать, дымором сгоняю. Ну, побегли малость. Побегли улей от клеточки. Скорее всего, что и не было матки у них. Уже третий день они тут бедные без матки бегают. Ну, хотел я им молодую подсадить. С тех семей, что раи вышли, молодую можно было подсадить, матку свежую. Но дело в том, что покуда молодая выйдет, это дней 6. Надо ждать, да и по погоде непонятно что. Это одно, а другое, что покуда она облетится потом еще. Это займет по-любому где-то неделю, если не более. А так сразу плотку поставим. Но они себе опять могут зароиться. Хорошо, посмотрим, что выйдет у нас. Ну, матки у них не будет. Вот постояла на часик, сразу пчелы спокойные стали, перестали по литку бегать. Так что, кто новичок в этом деле, смотрите, когда матка молодая у вас сидит, да сейчас облета не облеталась, смотрите, если начнут бегать, суетиться по литку, значит, что у них нету матки. Вот. Подставим им эту маточку. Даже мой к лучшему, что это от бахваста пропала у меня матка. Того, что тая мелкая была какая-то. Это он красавица какая ходит. Сейчас покажу. Плохо заснимаю мой этот фотик. Кадр не центрирую. Ну вот матка крупная такая. Не такая, чтобы темная она, лапки светленькие, пузо вон такое длиннющее, о. Здоровущее. Тут вот корм заложенный. В этой части корм. Я сейчас так вот приоткрою его, клеточку его. Приоткрываем. Они этот корм выгрызут и выпустят матку. О. Выпустят матку, если все нормально прыгнут, так хорошо будет. Бляха мешает, вот эта хрень тут пластмассовая. Может, с этой стороны залезет. О, с этой становится. Короче, посмотрим. Я так сильно закрывать не буду сейчас. Потолочен. Вот, бросаем клеточку сюда. Ну и сверху потолочен и прикрыю. Хай, остается такое пространство. Никуда они не денутся. Они у меня стояли потолочены на ребро так, сюда вот, а сейчас просто сверху. Бля, хомуха упала, потолочена. Ладно, буду заканчивать на этом. Надо освободить мне вторую руку и все это дело аккуратненько положить, чтобы не падало. Сами видели, резко упала, да? Подавить пчел, да и матку. Вот они начали пролизывать уже ход. Думаю, через полчаса выпустят, даже раньше. Это моя вот такая практика, можно сказать, по подсадке матки в безматочную семью. Я так думаю, что безматочную. Это мы выясним через часа 2-3 или на завтра.
Если не выбросят эту, значит матки не было. Если выбросят, значит была матка и убила молодая старую, или сами пчелы ее убрали. Но скорее всего, что матки у них не было. Есть у меня видео, вчера так немного тут ходил, снимал. Пчелы суетились, сильно бегали вокруг летка, по стенке, и это уже третий день, даже не третий, мой четвертый происходило. Так как матка, видно, с облета не пришла, вот, сразу постояла часок, уже успокоились, не бегает ничего. И эту матку я пометил красным маркером. Ну так пометил, немного похабное, не очень, чтобы красиво получилось. Ну, думаю, может, не помешает эта краска ничему. Матка плодная, улетать не будет никуда. Ну, такая красавица крупная. Ладно. Много я наговорил. Может, что полезное кому было. Информация. Кому интересно было, ставьте лайки. Комментарии пишите, что не так делаю, что так, может. Всем удачи. До свидания.